Всем привет! Сейчас мы будем наводить с вами красоту. К нам прилетел очень, опять же, важный гость. Ну, по-настоящему важный гость из Кореи. Сегодня мы идем с ним обедать. Поэтому нужно подготовиться. Будем делать макияж. Конечно же, абсолют. Так, у меня закончился... Закончилась ампула. Это шикарнейшая ампула от морщин, которую мы наносим на шейку тоже обязательно. Серум тоже морщинки, питает кожу. Сегодня я опять сокращу количество банок, потому что мне надо быстро, как всегда. Поэтому завершаю питательным кремом. В Москве очень активное солнце. И поэтому без солнцезащитного крема мы никуда не выходим. Так, я занята. Ой. Да. Так, смотрим, что у нас дальше идет. Помните, я вам рассказывала про этот шикарнейший крем, который стоит всего 600 рублей, который имеет вот такой вот физический фактор защиты. Еще смотрите, какая разница сейчас будет. Две мои руки. На одну мы наносим этот кремик. Посмотрите, какая она становится. Разницу видите? Вот это более желтая такая у меня рука. Вот это такая прям классная. Я говорила о том, что здесь есть физический фактор защиты, то есть немножечко такой белый оттенок, да, видим? Ну, разница прям вот налицо, да? Посмотрите. Это моя естественная рука, а это после солнцезащитного крема. Так вот, для того, чтобы не засорять поры красящим пигментом из солнцезащитного крема, обязательно наносим вот эту волшебную базу под макияж, которая защищает нашу кожу, и она не имеет цвета. Она абсолютно прозрачная, у нее тоже солнцезащитный фактор. Сколько у нее? 30 SPF. Она очень классно ложится, не имеет цвет. В составе жемчужный порошок, который дает такое классное сияние кожи. И наносим крем. Солнцезащитный крем мы наносим. На шею тоже не забываем. Смотрите, как будто белый, да? А на самом деле он очень классно ложится, впитывается, не оставляет следов. Наносим везде. Не забываем про шею никогда. И все тянем к ушам, кстати. Так, чпок. Нанесли. Все, видите? Нет белесости. Он очень ровно лег. Никакого эффекта маски. После солнцезащитного крема можно нанести BB-крем. Это 23-й тон, тоже наш Atomy. Я его очень сильно полюбила, потому что быстро, друзья мои, быстро. И сейчас я вам покажу тоже, да, как он ложится. Смотрите, это 23-й тон. Видите разницу? Ой, мамочки, слишком много нанесла. Так, сейчас мы сюда. Тоже. У вас не будет эффекта маски. Кожа приобретает очень классный оттенок, ровный. Главное, хорошо все нанести.
Также у меня есть кушон от Аделики, который я привожу всегда с Южной Кореи. Он тоже шикарный, его удобно носить с собой. Ну, здесь уже будет, конечно, не видно, но прям всем рекомендую именно вот этот кушон Аделика. Так вот, дальше. Я буду матировать свою кожу, потому что я не очень люблю блеск. И у нас есть вот такая двухфазная пудра, которая подходит для всех тонов кожи. Она не обладает цветом. Наношу я ее только большой кистью от Аделики. Вот таким образом. Минеральная, очень классная финальная пудра. Вот тоже, смотрите. Видите, как она клево ложится. Блеск есть, а здесь уже он совершенно другой. Я всегда наношу карандаш для бровей, а потом уже рисую себе скулы там, и так далее. Да? Поэтому карандашик всегда со мной. Это темно-коричневый. Он подходит всем. Блондинкам, брюнеткам, поэтому на сайте atomy.ru его раскупают в первые же секунды, как он появляется. Сейчас у меня есть наличие. Скорее. Так, смотрим. Сначала я прорисовываю всегда форму и только потом заполняю уже само полотно. Угу. И чтобы не переборщить, мы всегда можем это все растушевать нашей замечательной щеточкой. И получается очень естественная бровь. Я недавно купила себе... У нас пока нет прозрачного фиксатора геля для бровей, поэтому совершенно какая-то другая фирма, абсолютно неизвестная, если честно. Рекламировать сильно не буду, потому что их очень много. И мы берем вот так слегка зачесываем наверх нашу бровку. Так, хоп. Чтобы она зафиксировала цвет. Так брови становятся тоже более ухоженными. Да? И рисуем вторую себе. Далее. Это бронзатор от Atomy. Так он выглядит. На самом деле он очень дневной, я бы сказала. То есть, если вы делаете такой сценический вариант макияжа, то, наверное, его будет маловато немножечко. Потому что все-таки Аделика, она такая для ежедневного использования, для дневного макияжа. Так, да, нанесли. Можно немножечко растушевать. Тоже большой кистью. Угу. То есть чуть-чуть сделали себе скулы. И далее у меня вот такой вот персиковый цвет румян. Это тоже Аделика. Они тоже очень легенькие, дневные. Так вот, хоп-хоп-хоп, все. Видите, как заиграла. Так, и вот здесь наносим тоже. И растушевываем кистью. Опять же, от Аделики. Можно прямо вот этой кистью наносить себе эти румянки. Кто помнит, эта компактная пудра называется Air Pact. Да. Раньше она была на российском сайте, но сейчас ее убрали. Я взяла себе с Кореи специально, потому что это очень удобно носить ее с собой. 23 тон. Я беру всегда только 23 тон, и он меня осветляет. Посмотрите. Шикарнейшая минеральная пудра, опять же, она без тона, можно сказать, почти, легчайшая, и у нее посерединке, если вы заметили, да, есть вот, такое, вот такая полосочка, она с таким легким-легким, опять же, жемчужным блеском, то есть это не крупнодисперсные прям частички, а прям слегка-слегка, шикарнейшая, классная пудра, всем рекомендую ее именно для того, чтобы носить с собой в сумочке, потому что... Вот такую пудру, конечно же, мы не можем носить в сумках, особенно они у нас сейчас очень маленькие, да? А это легко.